looking at Old Testament examples. Мы продолжаем рассматривать из Танаха, примеры из Танаха. We come now to the example of Samuel. И переходим к примеру Самуила. And at this point he's being asked by the Israelites to intercede for them that they may not die for having asked for a king. Израильтяне попросили Самуила, чтобы он ходатайствовал о них, чтобы они не умерли, потому что они попросили себе царя. Okay, 1 Samuel 12:16-23. Первое царство, 12 глава. Okay, I'll read a little bit verse by verse because may want to say something here and there. Now therefore hold still and see the great deed which Anadai will perform before your eyes. Now is the wheat harvest time. 16 стиха. Isn't it? I am going to call on Adonai to send thunder and rain. Then you will understand and see how wicked from Adonai's viewpoint is the thing that you have done in asking for a king. Up until there, 17. А теперь встаньте и посмотрите на это великое зло, которое Господь совершит перед глазами вашими. Ведь ныне жатва пшеницы, а я воззову Господу, и даст он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, что велико зло ваше, которое вы сделали перед очами Господа, и спросив себе царя. So Samuel here, as the children of Israel have come to Samuel because they realized that they'd done something wrong. Народ Израиля пришел к Самуилу, потому что они поняли, что они сделали что-то неправильно. И они попросили его ходатайствовать за них. Often people will come to you and ask for you to intercede for them. Часто люди будут приходить к вам и просить ходатайствовать о них. Now we can do that, but we need also to understand when. Мы можем это делать, но мы должны понять, когда и как нужно заходатайствовать. И здесь Самуил говорит о том, что Бог не доволен этим. И поэтому Самуил просит Бога, чтобы он дал знамение о том, что это не то, что изначально было запланировано им. Now, very often, so often, we don't have the guts anymore to ask this sort of thing from God. Guts. Guts. Yeah, we don't have the boldness or the. Иногда у нас просто уже нет смелости для того, чтобы просить о чем-то у Бога. We're too timid sometimes in what we ask from God. Иногда мы слишком скромны или застенчивы в том, что мы просим у Бога. Нам нужно, получается, вновь осознать то, что мы можем что-то просить у Бога. И when I'm in a flow. Okay, when you pray for someone. Когда вы молитесь за людей. Then you need to have boldness. Вам нужна смелость. So that they would realize and understand. Чтобы люди поняли. What it is that God intended or didn't. Каково намерение Божье или каково что не являлось Божьим намерением о них. Sometimes we need to ask very specifically that God would do something. Иногда нам нужно конкретно попросить Бога, чтобы он что-то совершил. To make them realize that. Чтобы люди поняли, что они что-то сделали не так или все сделали или наоборот, Бог не хотел, чтобы они это сделали. Quickly find an example from my own understanding or my own. Теперь приведу пример из своего опыта. There have been times when I've specifically asked God to do certain things, yes. Были времена, конечно, когда я просил Бога сделать что-то конкретное. Yeah, I can't come up with a 100% example right now, but it's interesting sometimes when people come to you, they say, okay. Не могу точно вспомнить пример, но люди приходят и спрашивают. Yeah, okay. Let me move on now because otherwise I'm going to take up too much time. So, in verse 18. В общем, не могу вспомнить, но давайте пойдем дальше. And I sent thunder and rain that day. Then all the people came very much afraid of Adonai and Samuel. All the people said to Samuel, pray to Adonai our God for your servants so that we won't die.
Because to all our other sins we have added this evil as well, asking for a king. С 18 стиха. «И возвал Шмуэль Господу, и дал Господь гром и дождь в тот день, и весьма устрашился весь народ Господа и Шмуэля. И сказал весь народ Шмуэлю, помолись о рабах твоих перед Господом Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо мы добавили ко всем грехам нашим еще и это зло, попросив себе царя». So what Samuel did brought the people into a realization that they had done something, and that it was indeed against what God had originally intended. То есть Самуил попросил что-то у Бога, и Бог показал народу, что они совершили то, чего Бог не хотел. The question is, we don't do things just for the sake of doing something, and God doesn't do signs or miracles just for the sake of signs or miracles. Мы должны понять, что Бог не совершает чудеса только ради самих чудес. They have a purpose. Они все равно предназначены для определенной цели. That people would understand that this is God. It's not just. И цель заключается в том, что это и есть Бог, а не это само по себе произошло, или это не случайность. But this was as what Samuel asked was the wrong time of the year. There would be no thunder or rain at that time of the year. Потому что мы здесь понимаем, что Самуил попросил дождя и грома в то время, когда этого не должно было быть. So Samuel is saying here, listen to what God says. Поэтому Самуил здесь говорит другими словами: послушайте, что Господь имеет к вам. Но дальше он утешает их. Don't be afraid. You have indeed done something wrong. Yet now. Just don't turn away from following Adonai, but serve Adonai with all your heart. Не бойтесь, хотя вы совершили все это зло, но не отступайте от Господа и служите Господу всем сердцем вашим. So very often things happen to turn people away from their sinful ways, so that they would realize that they need to. Часто что-то происходит для того, чтобы люди отошли от своих грешных дел и обратились к праведности. Samuel says in the end, in verse 23, as for me. Far be it from me to sin against Adonai by ceasing to pray for you. А в 23 стихе, в конце этого отрывка, Самуил говорит: «А что до меня, то да буду я далек от греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». The interesting thing that we can get from here is it can be a sin if we do not pray for someone. И на основании этого стиха мы видим, что даже то, что мы не молимся за кого-то, тоже может считаться грехом. Samuel says this is it would be a very wrong thing for me not to pray for you. Шмуэль говорит здесь, что это будет неправильно, если я не буду молиться за вас. Sometimes we need to realize that if we don't pray for one another. Нам нужно осознавать, что если мы не будем молиться друг за друга, это может стать грехом в нашей жизни. And therefore separate us from the Father. И отделить нас от Отца. We move on now to Daniel. Теперь Даниила. He prays on behalf of his countrymen in captivity. Он молится о своих земляках, будучи в рассеянии уже в рабстве. This prayer of Daniel would be very interesting for you to study. И эта молитва будет интересна для вашего изучения, чтобы вы сами ее изучили и записали. What can you learn out of this? Записали то, чему вы можете научиться на основании этой молитвы. Why is this? You must understand that all of the prayers that have entered into the Tanakh and the Renewed Covenant Scriptures. Вы должны понимать, что все молитвы, которые вошли в Танах и в Новый Завет, are there also for a purpose. Они даны для цели. That we would learn from. Чтобы мы научились от них. The prayer of Paul in Ephesians is a very important one. Например, молитва, она важна в послании Ефесянам. Because we can learn from that, we can learn. How we can pray. Потому что мы отсюда мы можем научиться тому, как нам молитва. Чему мы можем просить у Бога? Now, Daniel's prayer молитва Даниила is indeed not for himself, не о самом себе. But yet he includes himself. Но тем не менее он включает себя в эту молитву. Okay? Let's read. In the first year of Daresh, the son of Ashurosh, Abmedi, by birth, who was made king over the kingdom of the Kasdim. In the first year of his reign, I, Daniel, was reading the scriptures and thinking about the number of years which Adonai had told Jeremiah, the prophet, would be period of Jerusalem's desolation, 70 years. I turned to Adonai God to seek an answer, pleading with him in prayer, with fasting, sackcloth, and ashes. I prayed to Adonai my God and made this confession. Well, read that up until that point.
В первый год царствования Дария, сына Ахашвероша из рода Мадай, который стал царем в царстве Каздим, в первый год царствования его, я, Даниэль, рассчитывал по книгам число лет, о котором говорил Господь пророку Иеремии, что над развалинами Иерусалима пройдут 70 лет. И обратил я лицо свое Господу Богу, чтобы просить молитвой и мольбами, постясь во волосинице и пепле, и молился я Господу Богу моему и исповедовался. Okay. 9 глава с 1 по 4 стих. So we see here that it was very serious thing. Мы видим, что для Даниила это было очень серьезно. Not only, in fact, did he pray, он не просто молился и постился. And he dressed himself in rough clothing. Он оделся во волосиницу. So that he wouldn't be comfortable. То есть ему не было комфортно в этой одежде. How far are we prepared to go in praying for others? Насколько далеко мы готовы пойти в нашей молитве за других людей? Is that something we do in the comfort of our own little room or whatever? Or are we really willing to do something? Готовы ли мы сделать что-то в молитве за других людей? As those who are involved in ministry. Те, кто вовлечены в служение. I will keep saying this. Our heart has to be a heart that is in tune with what God wants. Наше сердце должно быть настроено на то, что Бог намеревается нам дать. Has to be the same as God. God weeps over us. Наше сердце должно быть такое же, как у Господа, потому что Он плачет, когда Он плачет, когда мы грешим, когда что-то не так. Do we do that? Мы поступаем так же? So far as Daniel went here? Идем ли мы дальше, как пошел Даниил? As we plead for our brothers and sisters. Когда мы просим и ходатайствуем за наших братьев и сестер. Or is it a very lax thing that we do? Или это просто мы делаем, когда имеем свободное время, что это нам очень легко. We don't really make an effort. Мы не прилагаем усилий иногда. He prayed to God. Он молился Богу. And he made a confession. И он исповедовался. Please, Adonai, great and fearsome God, who keeps His covenant and extends grace to those who love Him and observe His mitzvot. We have sinned, done wrong. You notice here, he says we. He doesn't say they. Sometimes we need to understand that. Здесь дальше, когда в 4-5 стихе и дальше Даниэль молится, он говорит не о них, о своем народе, а о себе, включая себя, о нас, включая себя в народ, в тех, кто согрешил. Он включает себя в это. Несмотря на то, что он не сделал ничего плохого. Есть одна песня, в которой поется «Благодатью я иду». It could be me there, he's saying. Он говорит, что я мог быть на месте. So I'm just as guilty. Я такой же виновный. Even if I didn't do it. Даже несмотря на то, что я этого не делал. It was only the grace of God. Просто благодатью Божьей я сохранен от этого греха, но я мог точно так же согрешить. I feel that way also. Очень часто я чувствую себя это. Когда я смотрю на людей, которые падают, и я понимаю, что я мог быть на их месте. И когда мы имеем это отношение в нашем сердце, молиться, ходатайствовать за других, тогда это правильное отношение. Помните притчу о фарисее и мытаре? Фарисей пришел в храм и сказал, что я счастлив, что я не такой, как этот человек, как мытарь. А мытарь не смел посмотреть на небо и говорил, что «Боже, прости меня, грешника». И Иешуа спрашивает, кто по-настоящему был оправдан и кто по-настоящему молился Богу. Точно это не был фарисей. Он не заступался за своего ближнего. Он был полон гордости. We have sinned, done wrong, acted wickedly, rebelled and turned away from you, verse 5. From your mitzvot and rulings. We have not listened to
to your servants the prophets who spoke in your name to our kings, our leaders, our ancestors, and to all the people of the land. To you, Adonai, belongs righteousness, but to us belongs shame. The men of Judah, the inhabitants of Jerusalem, and all Israel, including those nearby and those far away, throughout all the countries where you have driven them, because they have broken faith with you. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал я, с 4 стиха, «О Господи Боже великий и страшный, который хранит завет и милость к любящим Его и соблюдающим Его заповеди Его, грешили мы и поступали нечестиво, злодействовали и бунтовали, и отступали от заповедей Своих и от законов Твоих, и не слушали мы пророков рабов Твоих, которые говорили от имени Царства Твоего, от имени Твоего царям нашим, сановникам нашим и отцам нашим и всему народу страны. С Тобою, Господи, правда, а у нас ныне стыд на лице, и Иудея, и у жителей, и у Иудеи, и у жителей Иерусалима, и у всего Израиля, у близких и далеких, во всех странах, куда забросил ты их за вероломство, которое совершили они перед тобой». How do we share the things on our heart? Как мы делимся тем, что у нас на сердце? How do we understand those who we're praying for? Как мы понимаем тех, за кого мы молимся? Daniel says, we've had your word. Даниил говорил, что у нас было твое сердце. Но мы решили, мы бунтовали и отвернулись. Мы не следовали за ним во всей полноте. И мы сделали то, что у нас было на наших сердцах. Мы также не слушались пророков, которых ты послал, чтобы напомнить нам, которые напомнили бы нам о том, что мы делаем. Можете ли вспомнить себя в такой позиции? Вы знаете, что говорит Слово? Вы слышали, как об этом проповедовали или люди говорили? А все равно вы поступаете неправильно. Мы не лучше. Нам нужно понять это и приходить к Господу. He continues in verse 8. Yes, Adonai, shame falls on us, our kings, our leaders, and our centers, because we have sinned against you. It is for Adonai our God to show compassion and forgiveness, because we rebelled against him. 8-9 стих. «Господи, стыдно лице у нас, у царей наших, у сановников наших и у отцов наших, потому что грешили мы перед тобою. У Господа же Бога нашего милосердия и прощения, хотя мы и бунтовали против Него». Daniel shows here that we should be humble or humiliated before God. Даниил говорит, что мы должны смиряться перед Богом. But he tells us also here that God is a compassionate God. Но он также говорит, что Бог полон милости, милосердия, прощения, сострадания. For himself and for his people. И он просит о себя в этих строках и о своем народе. We didn't listen, he says, to the voice of Adonai our God. Он говорит, мы не внимали голосу Господа Бога нашего. 10 стих. Yes, all Israel has turned against your Torah. 11 стих. И весь Израиль приступил Тору твою. Therefore those things have come upon us which are written in your word. И постигло нас проклятие и клятва, которые записаны в Торе Моше. And he goes on here in this prayer. You can study it for yourself once again. Вы можете исследовать эту молитву сами. That you gain understanding in how. Чтобы понять. Intercessory prayer works. Как действует ходатайственная молитва. The elements that are involved in that. И какие элементы включаются в нее. He continues in verse 18. My God, turn your ear and hear, open your eyes and see how desolate we are, as well as the city which bears your name. For we plead with you not because of our own righteousness, but because of your compassion. 18 стих. «Преклони, Боже мой, слух Твой и услышь, открой глаза Твои и взгляни на развалины наши и на город, названный именем Твоим. Мы повергаем мольбы наши перед Тобой, не на праведность нашу уповая, а лишь на милосердие Твое великое». As I said, he identifies himself with this nation, with Он отождествляет себя со своим народом.
As we pray for our nations, и когда мы молимся за наши народы, когда мы ходатайствуем о них, отождествляем ли мы себя с народом, или мы говорим, это они? As we pray for our leaders, когда мы молимся за наших лидеров, мы отождествляем себя с ними и говорим, это могли быть мы? That helps us in praying for people. Потому что это помогает нам молиться за людей. Это правильное отношение сердца и разума. And these are the prayers that God will hear. Это молитвы, которые Господь принимает. Daniel said, we have sinned. Даниил говорит, мы согрешили. When you look at this prayer, the amount of thought that went into this prayer is remarkable. Мысль этой молитвы, она удивляет. You know, I shared with you also how is our heart. You find Daniel's heart in this prayer. Мы также, например, в наших занятиях мы касались состояния сердца, и мы видим, какое состояние сердца Давида, Даниила. Our attitudes in prayer. Мы говорили об отношении в молитве. We see his attitude. Мы видим отношение Даниила. We talked about humility. Мы говорили о смирении. We see his humility. Мы видим его смирение. His brokenness. Его сокрушенность. All this is key throughout the prayer. Это все ключи молитвы. And then we notice God's response to Daniel's prayer. Дальше мы видим ответ Даниила. It is very reassuring and personal, verses 20 to 23. Это очень личный и утверждающий ответ. 20 по 23 стих. Okay, if you just read those. 20 to 23. И когда говорил я и молился, исповедался в грехах своих и грехах народа моего Израиля, повергал перед Господом Богом мою мольбу о священной горе Бога моего, и когда я еще творил молитву, то муж Гавриэль, которого я видел я прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня в то время, когда приносят вечернюю жертву, и вразумляя, заговорил он со мной и сказал: «Даниэль, ныне вышел я, чтобы научить тебя пониманию. В начале молитвы твоей вышло решение, и я пришел известить тебя, потому что любим ты, пойми же речь и вдумайся в видение». Бог отвечает на молитву. И Габриэль приходит к нему, чтобы донести ему послание. Может быть, если вы будете молиться с чистым сердцем и разумом, то Господь пошлет вам ангела. Я видел ангелов несколько раз. Maybe I'll tell you about that sometime. Может, когда-нибудь расскажу вам об этом. Когда будет время. I think I had one here even on the train. Одного, кажется, здесь даже видел в поезде. I did something which wasn't very sensible. Я сделал что-то, что не было не совсем чувствительно. And God protected. И Бог меня защитил. And I believe there was an angel involved. И я верю, что в этом участвовал ангел. Okay, Amos is another example that we have. Еще один пример — это пример Амоса, который мы имеем. Amos 7:1-6. Седьмая глава с 1 по 6 стих. Amos intercedes. He cries out, it says, for his people, and the Lord relents from bringing judgment. Амос ходатайствует за свой народ, и Господь дает ему ответ. Он ходатайствует за свою землю. Amos had received a vision, as it were, from God. Amos принял видение от Господа. He says, "Here is what Adonai Elohim showed me. He was forming a swarm of locusts as the late crop was starting to come. The late crop after the hay had been cut to pay the king's tribute. While they were finishing up eating all the vegetation in the land, I said to Adonai Elohim, 'Forgive, please. How will tiny Yaakov survive?' So Adonai changed his mind about this. 'It won't happen,' Adonai said. Next, Adonai Elohim showed me this. Adonai Elohim was summoning a blazing fire to consume the great abyss, and it would have destroyed the land too. But I said, 'Adonai Elohim, stop, please. How will tiny Yaakov survive?' Adonai changed his mind about it. 'This too won't happen,' said Adonai Elohim." С 1 по 6 стих. «Вот что дал мне увидеть Господь Бог, и вот, создал Он саранчу в начале роста поздней травы, и это была трава после царского покоса.
И было лишь закончила она есть траву земли этой, как сказал я: «Господи Боже, помилуй, прошу, как же поднимется Яков, ведь мал он». Господь раскаялся в этом, не бывать этому, сказал Господь. Вот что дал мне увидеть Господь Бог. И вот призывает Господь Бог судить огнем. И сжег огонь пучину великую и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови, прошу, как же поднимется Яков, ведь мал он». Господь раскаялся в этом, и этому не бывать, сказал Господь. Here we see that God used a vision. Господь здесь использовал видение. To bring Amos into the place where he started to plead for his people. Чтобы Амос начал ходатайствовать о своем народе, о своей земле. And we see that he also answered as he prayed. И мы также видим, что Господь ответил на его молитву. Okay, now we turn to the New Covenant scriptures. Теперь перейдем к Писаниям Нового Завета. And we go first of all to Matthew chapter 8. Матфея, 8 глава. 5 to 13. С 5 по 13 стих. Now this is a well-known story, so possibly we don't need to read it. Это известная история, наверное, мы не будем ее читать. It's about the Roman centurion. Речь о сотнике римском, came to Yeshua, который пришел к Иешуа, to ask for his servant. Просить о своем слуге. He was ill, he's suffering terribly, he said. И он страдал. And Yeshua said, "I will go and heal him." И Иешуа сказал: "Я пойду и исцелю его." And then the centurion makes a very interesting answer. А сотник сделал очень дал очень интересный ответ. He said, "I'm not worthy that you would come into my home." Он сказал: "Я не достоин, чтобы ты вошел под крышу мою." And then he goes into the whole story about his authority. И потом он говорит о своей власти, о понимании своей власти. He says, "I understand." И говорит: «Я понимаю, что ты можешь сказать лишь слово, и исцелится слуга мой». А Иешуа ответил, что я во всем Израиле не нашел подобной веры. Этот человек пришел с великой верой в своем сердце, понимая, что Иешуа был действительно Сыном Божьим, и что он имел власть и силу совершить это, что он может сказать слово, и это произойдет. Часто я также молился такой молитвой. Я говорил: «Господи, скажи лишь слово, и это произойдет. Пусть это будет так». Said, your servant has been healed. И Иешуа сказал: «Иди, исцелился слуга твой». The centurion went home. Этот сотник пришел домой. And he believed what God was going to do. И потому что он поверил в то, что Бог совершит это. We can see here. Здесь мы видим. And all of these examples are meant to give you an example of how our heart should be. Во всех этих примерах я хочу, чтобы вы увидели, какое мы должны иметь сердце, когда мы заступаемся за людей. Мы видим переживание, мы видим смирение и уверенность, которое имел этот сотник касательно Иешуа. Это должно пробудить нас, чтобы мы смотрели на себя и на свое ходатайство. Do we have the same concern? Имеем ли мы подобное переживание или Do беспокойство? We have the same humility? Такое же смирение? Do we have the same confidence? Такую же уверенность, That Yeshua will do it. Что Иешуа сделает это? He was expectant of what God was going to do. Он ожидал того, что Бог это сделает. The next one is Jairus and his daughter. Следующий пример — это пример с Иаиром и его дочерью. Матфея 5:22-24. Wrong? Yeah. Okay. It's about attitude. Mark.
Okay, Mark, because you said Matthew. Oh, sorry. Марка, пятая глава. It's Mark. Mark 5, 22. С 22 по 24 стих. You can see it's getting late, I'm getting tired. Становится поздно, сонно. Okay, they came to him at synagogue of Ishaiah by name, who fell at his feet and pleaded desperately with him, my little daughter is at the point of death, please come and lay your hands on her so that she will get well and live. He went with him, and a large crowd followed, pressing all around him. К нему подошел начальник синагоги по имени Яир, упал ему в ноги и в отчаянии умолял его. «Моя маленькая дочь при смерти, пожалуйста, пойди возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Он пошел с ним, и множество народа последовало за ним, тесняя его со всех сторон. And then from verses 35 to 43, и потом с 35 по 43 стих. People from the synagogue official's house came saying, your daughter has died, why do you bother the rabbi any longer? Ignoring what they had said, Yeshua told the synagogue official, don't be afraid, just keep trusting. He let no one follow him except Kepha, Yaakov, and Yohanan, Yaakov's brother. When they came to the synagogue official's house, he found a great commotion with people weeping loudly and so on and so on. Okay. Well. Пока он говорил, пришли люди из дома служителя синагоги и сказали, твоя дочь умерла, к чему тебе беспокоит раби? Не обращая внимания на их слова, Иешуа сказал служителю синагоги, «Не бойся, просто не переставай верить». Он никому не позволил идти за собой, кроме Кефы, Якова и Йоханана, брата Якова. Когда они вошли в дом служителя синагоги, он увидел, что там царит смятение, люди рыдают и громко причитают. И так далее. До 43-го. В 40-м стихе сказано, что он... вывел всех или сказал всем выйти, те, кто не был с ними в одном духе. Или какие ключевые моменты мы можем взять из этого отрывка касательно отношения? Касательно ходатайства о братьях наших. Здесь было отчаяние. Огромное желание увидеть это исцеление было смирение и доверие, как у ребенка. Это элементы, которые присутствовали у Яира. И это указывает нам на то, что мы должны делать. Также мы имеем пример с отцом ребенка, который был одержим духом. 9 глава с 14 по 29 стих. Yes. Okay. Yeah. Yeah. He brought his son to the disciples, to the Talmidim. Этот человек привел своего ребенка к Талмидим, к ученикам. And they tried to heal him, but couldn't. Они пытались исцелить его, но не могли. And a big commotion was going on. И произошел спор. And he asked, "What?" Yeshua asked, "What is all this about?" Иешуа спросил, о чем спор идет. И опять же, эта история известна, мы знаем ее. Но какие ключевые моменты мы здесь можем увидеть? Отчаяние этого отца. Он привел сына, чтобы его исцелили ученики. И он просит Иешуа. Но есть также перспектива. Но также мы видим, что есть видение. Sorry, also the persistence, sorry. То есть, в смысле, настойчивость. And the humble acknowledgement of an imperfect or weak faith. А также признание несовершенной или слабой веры. Because Yeshua had asked him, "Do you believe?" Потому что Иешуа спросил, веришь ли ты в это? Father answered, "Yes, I believe, but help my unbelief." Он сказал, да, но верю, но помоги моему неверию. Sometimes when we're praying for someone, we may find ourselves in that position. Sometimes when we're praying for someone, когда мы молимся за кого-то, мы можем также себя найти в таком же положении. Yes, we believe, but it seems so difficult
that there is some unbelief. Да, мы верим, но кажется, это так сложно, что присутствует определенное неверие. And we need to ask the Father and be honest before the Father and say. И мы должны быть честными перед Отцом. I believe that you can do this, but. И мы должны сказать: Отец, я верю, что ты можешь это сделать, но help me to believe even stronger. Помоги мне верить еще больше в это. So that they would see things happening. Чтобы это действительно произошло, чтобы я увидел, как это произойдет. Yeshua was and is an intercessor. Иешуа есть и был ходатай. The writer of the book of Hebrews says. Автор послания к евреям говорит в 7 главе 25 стихе. Therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Just a second. Hebrews 7:25. А следовательно, в полной мере способен спасать тех, кто приближается к Богу через Него, поскольку жив вовеки, и таким образом вовеки способен ходатайствовать о них. So we see that Yeshua is still interceding for us before the Father. Мы видим, что Иешуа до сих пор ходатайствует за нас перед Отцом. So if Yeshua does it, shouldn't we do it? Если Иешуа это делает, разве не должны мы это делать? And maybe we need to learn to do it more. Может быть, нам стоит научиться это делать больше. Our perseverance is dependent upon Yeshua's intercessory ministry. Наша настойчивость зависит и полностью основана на ходатайстве Иешуа. It is not our faith. Это не наша вера. But God's faithfulness. Это Божья верность. That keeps us eternally safe. Помогает нам иметь это спасение вечное. In John 17. Иоанна 17 глава. Verses 1 to 26. С 1 по 26 стих. We see Yeshua interceding. Мы видим ходатайственную молитву Иешуа. Okay, maybe you can. 1 to 26. Sure. Сказав это, Иешуа взглянул на небеса и сказал: Отец, время пришло, прославь Сына Твоего, чтобы Сын мог прославить Тебя. Подобно тому, как Ты дал Ему власть над человечеством, чтобы Он мог дать вечную жизнь всем, кого Ты дал Ему. А вечная жизнь заключается в том, вот в чем. Познать Тебя, единственного истинного Бога, и того, кого Ты послал, Мессию Иешуа. Я прославил Тебя на земле, совершив дело, которое Ты поручил мне исполнить. Теперь, Отец, прославь меня рядом с собой. Дай мне ту славу, которую я имел у Тебя еще до сотворения мира. Я открыл Твое имя людям, которых Ты дал мне из мира. Они были Твоими, Ты дал их мне, и они исполнили Твое слово. Теперь они знают, что все, кого Ты дал мне, Твои. Потому что я передал им слова, которые Ты дал мне, и они приняли их. Они в самом деле познали, что я пришел от Тебя, и поверили тому, что Ты прислал меня. Я молюсь о них, я не молюсь о мире, но о тех, кого Ты дал мне, потому что они Твои. В самом деле все, кто у меня, принадлежат Тебе, и все, кто есть у Тебя, мне. И в них я прославился. Теперь я уже не в мире, они в мире, а я иду к Тебе. Святой Отец, береги их власти своего имени, которую Ты передал мне, чтобы они были едины, подобно тому, как едины мы. Когда я был с ними, я берег их власти Твоего имени, которую Ты дал мне. Да, я хранил их, и они один, и ни один из них не погиб, кроме того, кому предназначалась гибель, чтобы исполнился Танах. Но теперь я иду к Тебе и говорю эти слова еще здесь, в мире, чтобы радость моя была совершенной в них. Я передал им Твое слово, и мир возненавидел их, потому что они не принадлежат миру, подобно тому, как я сам не принадлежу миру. Я не прошу Тебя забрать их из мира, но сохрани их от злого. Они не принадлежат миру, как и я не принадлежу миру. Отдели их для святости своей истиной. Слово Твое истина. Как Ты послал меня в мир, так я послаю их в мир. Ради них я отделяю себя истиной для святости. Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в меня по их словам, чтобы все они были едины, подобно тому, как Ты, Отец, един со мной, а я с Тобой. Молюсь, чтобы они были едины с нами, чтобы мир поверил, что Ты послал меня. Славу, которую Ты дал мне, я передал им, чтобы они были одно, подобно тому, как мы одно. Я един с ними, и Ты со мной, чтобы они были единым целым, и мир осознает, что Ты послал меня, и что Ты возлюбил их так же, как возлюбил меня». Отец, я хочу, чтобы те, которых Ты дал мне, были со мной там, где я, чтобы они увидели мою славу, которую Ты дал мне из любви ко мне еще до сотворения мира.
Праведный Отец, миру Ты неизвестен, но Ты известен мне, и эти люди узнали, что Ты послал меня. Я открыл им Твое имя и буду продолжать возвещать о нем, чтобы в них обитала любовь, которой Ты полюбил меня, и я буду с ним и един с ними. You may ask, why do I let the scriptures be read? Вы можете спросить, почему я позволяю, чтобы так много писаний было прочтено? Почему я не могу дать просто вам место писания, и вы сами прочтете? Первая причина — я вам не доверяю. But the other reason is completely different. А другая причина заключается в иная. Потому что есть сила в сказанном слове. Писание говорит нам, что мы должны провозглашать слово. Писание говорит, блажен тот, кто слышит слово. Очень часто, когда я сам наедине читаю, я читаю вслух. Потому что есть сила и слава, когда слово произносится вслух, и оно входит внутрь нас. Я знаю, что сейчас тяжело уже вам, вы, может, устали уже поздно. Прошу, чтобы вы внимательно прислушались к слову, чтобы это вошло, чтобы оно вошло в ваше сердце. Чтобы оно было семенем, которое вырастет. Здесь Иешуа молится, ходатайствует. И мы можем научиться многому от этого. То есть мы сейчас не будем это уже разбирать, это повиснет до завтра. И продолжим завтра, с этого момента. Я объясню вам кое-что об этом. So почему это важно, чтобы мы понимали, как Он ходатайствовал за нас, Иешуа, и как мы можем использовать это. Okay. Amen. Amen.